Демографический уровень в регионе повышается, а браки заключаются все реже. Участились случаи разводов, дети растут в неполных семьях. Только за прошлый год 18% детей родились в незарегистрированном браке. По сравнению с прошлыми годами, этот показатель вырос в 5 раз. Свыше 1000 пар проживает во внебрачных отношениях. На сегодняшней встрече Сергея Морозова с сотрудниками ЗАГСа и Государственным социальным центром «Семья» были оговорены новые формы работы с населением по увеличению браков и уменьшению разводов. По словам губернатора, увеличение зарегистрированных браков – это основная задача, которая стоит перед нами на сегодня. Это, пожалуй, один из самых главных резервов нашего демографического развития региона. Резерв одновременно для роста рождаемости, роста числа благополучных семей. И наша задача как раз состоит в том, чтобы помочь этим семьям сделать ответственный шаг и поддержать их. Уже выработаны пути решения по увеличению количества браков. Проведение всевозможных акций, разъяснительных работ среди молодежи и идеологических мер позволит улучшить нынешнее положение. Нужны незамедлительные меры для того, чтобы ее стабилизировать и как минимум улучшить всеми теми нашими ресурсами, которые есть. А ресурсы увеличения количества браков существуют. Мы для себя определили 3 направления, по которым считаем нужно выстраивать эту работу. Первое – это, конечно, индивидуальная работа с сожительствующими парами, то есть выявление этих пар и индивидуальная с ними работа по дальнейшей регистрации отношений. Это регистрация браков среди пар, устанавливающих отцовство, о чем сегодня уже говорили, и работа с беременными женщинами, которые не состоят в браке. Вот это тот ресурс, который поможет дать нам быстрый результат. В рамках встречи Госцентр «Семья» и Управление ЗАГС Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве. Юлия Дегтярева, Андрей Полянский. Новости Ульяновской правды.